за 25 лет, даже страшно себе представить. Таким образом, получается, что срабатывает четвертый фактор, который тоже, естественно, все понимают. Этот фактор просто инерция. Пусть идет, как идет. Но людям, тем более... Это абсолютно экономическое действие, которое... Анизма на Ленинградском... В 37-й год, в 41-й год, еще в какой-то год. Напомню, Леонид Радзиховский с нами. Сейчас говорим, как всегда, об образе будущего, как всегда, с тоской, но с Леонидом Александровичем иначе не получается. Кстати, да. об образе будущего. Вот многие, значит, популярная точка зрения, что, значит, телевизор, холодильник, люди живут беднее, вот и образ будущего у них тусклый. А это неправда.
Thank you.